Красильников Николай Васильевич. Я родился 18 мая 1916 года в селе Великоречье Кировской области в семье крестьян. В 1938 году поступил в школу младших авиаспециалистов, где принял военную присягу и после ее окончания был направлен в 54-й скоростной бомбардировочный полк должности младшего авиаспециалиста, где прослужил 2 года. В феврале 1940 года зачислен в Вольскую авиационную школу авиамеханика, которую успешно закончил в должности авиамеханика поршневых самолетов. В январе 1941 года отправлен на фронт, сначала во вторую воздушную трассу, а затем с августа 42 по сентябрь 45 служил в 963-м авиационном истребительном полку. Противник усилил бомбардировочные и разведывательные действия не только Сталинграда, но и Саратова. И 9 сентября 42 года указом Президиума Верховного Совета СССР Саратовская область была объявлена на военном положении. Я нес боевое дежурство по обороне с воздуха железнодорожных пунктов Саратова. Боевая работа проводилась и днем, и ночью, в основном на высоте 5-6 тысяч метров. За участие в боях и походах в Великой Отечественной войне был награжден правительственными наградами и медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Умер 20 октября 1973 года. Красильников Николай Васильевич, старший сержант.